Авиакомпания Ryanair покупает крупную партию Боингов 737 MAX. Первый заказ на самолеты этой модели после двух катастроф и 20-месячного запрета на полеты. Ирландский лоукостер намерен приобрести 75 машин. Стоимость сделки почти 7,5 миллиардов евро. Мы очень рады сообщить, что увеличиваем наш заказ на 75 машин. Они присоединятся к твердому заказу на 135 Боингов. Эти самолеты способны изменить правила игры. Авиационные власти США разрешили возобновить эксплуатацию семейства 737 МАКС в середине ноября. В среду самолет впервые поднялся в небо с журналистами на борту, и ожидается, что к концу года он вернется на пассажирские рейсы. Европейское агентство полетной безопасности также дало Боингу зеленый свет, но пока на словах. Директива о летной годности пока не подписана.